Политолог Гагик Гамбарян заявил о значительном снижении рейтинга премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Есть множество людей, которые резко поменяли свою позицию по отношению к предателю Николу и его команде. И есть множество людей, которые, изменив свое мнение об этих властях, не хотят возвращения бывших, отмечает политолог. Он также подчеркнул, что если на выборах армянский народ отдаст 70% голосов руководителю-капитулянту, это будет означать, что такой народ не имеет права на независимое государство. По словам Гамбаряна, в Азербайджане в ежедневном режиме издеваются над Пашиняном и унижают его. И отсутствие реакции на эти выпады Пашинян объясняет желанием не навредить пленным. А пленных Азербайджан может держать годами, принимая во внимание то, что у руля власти в стране руководитель-капитулянт, заключил Гамбарян.